Польше обезврежена преступная группировка, занимавшаяся производством, контрабандой и продажей оружия. При обыске сотрудники полиции изъяли более 300 автоматов и пистолетов, а также десятки тысяч патронов. Преступники закупали нелетальное оружие в Словакии и переправляли в Силезию. Там работавшие на банду профессиональные оружейники снабжали его смертоносными функциями, после чего оружие продавали в Нидерланды.